Пробуем, дадим им веточку, они вообще в жизни их... Ой, нравится, нравится. Надо, очень надо. Совсем нужная ветка. Давай второй. Давай второй тоже. Очень нужная ветка. Да, скажи, это то, что нужно медведю. Да бросьте, они рождены, конечно, в неволе. Прямо из природы. Кто бы их с природы изымал? Продаются. А? По-моему, Ляля и Маша, да? Да, Ляля и Маша. Ну нет, теперь их не, за... не... их не зовут Ляля и Маша. Больше такого не будет безобразия. Им придется привыкать к другим именам. В новую жизнь с новым именем. Еще с большим подозрением относится, она ко всему с подозрением, всего боится. Ей прям совсем нехорошо, бедолашки. Малышка, не бойся. Ее аж потряхивает. И меня потряхивает от холода, руки мерзнут. Вот тебе надо, я это знаю. Малышка. Вот ей, мне кажется, надо вообще какую-нибудь берложку сделать. Ну, маленькую хотя бы. И вообще всех туда передвинуть. Тут закрыто все, на... ну, ты смотри, тут все нет, дерево. Нет, тут все переделывать однозначно. Ну, в смысле, пол сейчас переделать, нет, я чтобы не сифонило. Ей отдать вот эти два, а тут, видишь, дерево. Думаю. Еще можно будет закрыть и сено еще до меня пихать. Ты что, малышка. Нет? Она смотрит, что я делаю. Просто она вот на автопар. Она на телефон вообще. Мальчика оба. Елим, Джона.